Так, ну что, 6 утра, сегодня 29-е, приехали опять мы на свое учебное поле тренировочное. Будем учиться челночить вдвоем. Побежать. Иди сюда, ко мне! Умбра, иди ко мне! Ко мне. Сидеть. Шира, сидеть. Молодцы. Блин. Прыскаю постоянно собакам от клещей. Клещей безумное количество. Погода соответствует. Они вдвоем потом грызутся, играются. Глаза воспаляют. Ладно. Дело не относится. В общем, где-то 6-7 наш выезд в поля. Постараюсь снять. Ко мне. Шира, ко мне. Шира, ко мне. Шир, вот здесь поработай. Здесь поищи, поищи, здесь. Здесь поищи. Здесь поработай. Работай здесь. Здесь, здесь, здесь. Шира! Стоять! Молодец! Иди ко мне, иди ко мне! Молодец! Молодец, сидеть! Шира! Молодец, 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 моя девочка. Шира, иди ко мне. Шира, посмотри, посмотри здесь, посмотри здесь. Вот запах где. Молодцы, молодцы, хорошо, 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 вот откуда она у нас взлетела. Вот она сидела. Ко мне, ко мне, Шира, ко мне. Сидеть. Умбра, ко мне. Сидеть. Сидеть. Молодец. Сиди, 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 сиди. Полежите, полежите. Молодцы. Хорошо. Вперед, работаем.
ты здесь? Ты когда пришла сюда? Ёжик, ёбарый. Я думаю, что она здесь ходила? Ёжика нашла. Понятно. Рядом. Рядом. Поехали. Рядом. Сидеть. Количество комаров загрызли всего. Сейчас попою собак, покормлю. Можно. Ну что, я считаю, вот седьмой выход, да, у нас в поле. Снял я уже поводки. Собаки управляемые, ветра ноль, ноль, щеляка полный, поэтому комары грызут, вот, собаки адекватно выполняют все команды, то есть свистком рукой я им показываю, они нормально челночат, я считаю, для собаки 6-8 месяцев. Шира, иди ко мне. Перепелки нет, перепел не бьет, фазана нет, куропат. Довольные морды сидят, вот уже кайф, папа возит поля каждый день. Вот это жизнь.